Я Николай Казаков, и это обзор Yamaha XSR 900. XSR 900 – это городской мотоцикл в классическом стиле, сделанный на базе легкого и быстрого Naked MT-09. Вся серия MT максимально оптимизирована под современные реальные условия эксплуатации. Концепт XSR разработан известным кастомайзером Роландом Сенс. Дизайн выдержан в классическом стиле с минимальным количеством пластиковых деталей. Боковые панели на фальшбаке и подрамнике, крепление фары и переднего крыла сделаны из алюминия. Использованы эстетичные болты и винты. Корпус фары необычной формы, но выглядит отлично. Из классического образа выбиваются алюминиевый маятник и рама, но благодаря им мотоцикл весит всего 195 кг с полным баком и отлично управляется. Стоп-сигнал от Yamaha Bolt на алюминиевом крыле смотрится инородно, как и большие пластиковые поворотники. В целом, сочетание оригинальных и современных технологичных форм делает XSR 900 скорее нео-ретро-байком, чем классиком. Трехцилиндровый двигатель CP3 с пиковой мощностью 115 лошадиных сил очень тяговитый на низах и при этом раскручивается до 12 000 оборотов. Для городского мотоцикла трехцилиндровый мотор кажется предпочтительнее твина или рядной четверки, потому что сочетает плюсы обоих, при этом достаточно легкий и компактный. В городе мощность и крутящий момент избыточный, поэтому есть три режима работы газа. В спортивном режиме мотоцикл слишком дерганный, так что я катаюсь в стандартной настройке. Также предусмотрена настройка для трассы, в которой даже при резком открытии газа мотоцикл разгоняется плавно. Я использую эту настройку с пассажиром, чтобы не утомлять его резкими ускорениями. Из-за большого крутящего момента применяется проскальзывающее сцепление, которое не позволяет заднему колесу срываться в юз при резком сбросе передач на высокой скорости. XSR 900 оснащен современной электроникой, что раньше не встречалось на классиках. Помимо режимов двигателя, есть отключаемый двухпозиционный трекшн-контроль. Трекшн-контроль не дает пробуксовывать заднему колесу при резком открытии газа. Это особенно полезно на плохом покрытии, в дождь, на песке или дорожной разметке. На мотоцикле стоят отличные длинноходные подвески, которые позволяют агрессивно ехать по плохой дороге даже со вторым номером. При этом они сохраняют жесткость и не раскачиваются при интенсивных торможениях и ускорениях. И на вилке, и на амортизаторе есть регулировки преднатяга и отбоя. Удобная прямая посадка с небольшим наклоном вперед идеальна для города, но на скорости больше 130-140 приходится пригибаться, как и на всех мотоциклах этого класса. Для дорожного мотоцикла высота по седлу достаточно большая. В седле ощущаешь себя нетипично высоко, и мне это нравится, потому что находишься дальше от асфальта и лучше просматривается дорога. XSR 900 легко заезжает на стандартный бордюр, а заменив катализатор на прямоток, можно будет покорять более высокие препятствия. Руль и органы управления вполне удобны, сцепление легко выжимается. Компактная цифровая приборная панель яркая и информативная, с моментальным откликом тахометра и спидометра. Двухуровневое сиденье качественно обтянуто цепким материалом. Ступенька очень полезна как упор при интенсивных ускорениях. Бардачка нет. Небольшой отсек под сиденьем годится только для стандартного набора инструментов. Тормоза с антипробуксовочной системой. ABS ощущается сильно, но работает надежно. Спереди стоят проверенные радиальные суппорты Sumitomo от R6 и диски 300 мм. В смешанном режиме расход топлива около 5 литров на 100 км. На приборной панели есть полезный индикатор экономичного движения.
На деле классический XSR 900 – современный технологичный мотоцикл. Мощный, с отличными подвесками, на котором комфортно кататься по городу в любую погоду по любым дорогам. Прямых аналогов нет, но по соотношению цена-качество XSR 900 лучший в своем классе. Мы собираемся строить кастом-проект на базе этого мотоцикла, но глобальных изменений не будет, потому что большинство компонентов не нуждаются в замене. Подробные видео о всех модификациях смотрите на нашем канале. Этот мотоцикл мы приобрели у дилера Yamaha Supermarine на территории яхт-клуба «Адмирал». Подписывайтесь на канал и следите за развитием наших проектов в соцсетях.